Здравствуйте, друзья! Я подумал вернуться к идее петличного микрофончика, который подключается в камеру GoPro. Это можно сделать, есть переходничок, который соединяет камеру с микрофоном. И разговор этот возник пару дней назад с Наташей Квик. Она пыталась тоже, в смысле, продолжает пытаться использовать такой микрофон для записи, чтобы было меньше шумов внутри автомобиля. То есть у нее автомобиль, видимо, еще более шумный, чем мой. И у меня, когда я так стою, вот как сейчас, да, так вроде тихо, а как начнешь там ехать, особенно по хайвею, там довольно много шумов. Единственное, что вот мой, например, микрофончик, он моно, работает на одну дорожку, поэтому я потом, когда монтирую, значит, должен вот это левое ухо, левый динамик пустить на оба, и на левый, и на правый. То есть получится такая с понтом стерео, просто чтобы те, у кого наушнички, не получалось, что у них в одно ухо слышно, а в другое нет. Для этого надо сказать, что вот Наталья купила такой набор, микрофон с переходничком для камеры GoPro, и там написано, что это стерео, и микрофончик у нее, кончик микрофона у нее таки стерео, вот видно разницу. И я не могу даже себе представить, каким образом вот такой микрофон, который, петличный, да, там вроде одна такая пятитюлечка из него торчит, каким образом он может оказаться стерео, я не догадываюсь. Но по факту могу сказать, что коробочку, вот я ее видел, и надпись на ней видел, и микрофон с кончиком стерийным тоже видел, поэтому ничего сказать не могу. Но, как бы, поговорив с Натальей, я подумал, а что, у меня же свой микрофон есть, и вот, может, действительно как-то вам больше понравится, вы скажите. И я специально этот сюжетик записываю, тут не сюжетик, просто разговор короткий, с тем, что если вы скажете, что да, вот так лучше, чем, допустим, обычно, меньше шума, я не знаю там в силу чего, но вот меньше шума, то я с удовольствием могу вот это делать, то есть меня совершенно не затруднит там подмонтировать дорожку там с одного уха на два, это дело нехитрое. Счастливо!